Тихо, не толкайте камеру. Нет. А, понял, хорошо.
Thank you.
Нужен, да? А если вот так? Ну блин, нет, не видно совсем. Угу, очень плохо. Руки уберите, женщина.
Если еще раз такое повторится, вообще никого не будет. Ясно? Зайди. Дядя Буш где?
In a strange sort of way, the Cold War is not yet over. That one of the major difficulties of the post-communist years since 1991 has been the integration of Russia into the international community. It is still... Как ни странно, в каком-то смысле холодная война еще не окончена. Самой большой проблемой посткоммунистической эры после 91 года была интеграция России в международное сообщество. Сейчас обсуждается очередной вариант соглашения о сотрудничестве, который вступит в силу в 2007 году. Это важнейший вопрос, как независимая Россия может войти в международное сообщество. Пока что этого не произошло. Все еще чувствуется, что Россия – аутсайдер. Почему так происходит? Некоторые считают, что во время перестройки демократы объединились с Западом, чтобы победить своего, как они думали, главного врага – коммунистическую систему. Но позднее многие поняли, что главным врагом для некоторых людей на Западе был не коммунизм, а существование независимой России. Это стало настоящим шоком. Как бы то ни было, в последние 6 лет, во время правления президента Путина, стало очевидно, что противостояние больше не является целью российской внешней политики. Теперь Россия стала страной, стремящейся к автономности. В каждом хоре есть множество голосов, как и в оркестре множество инструментов. И Россия как бы говорит, мы хотим играть свою партию, может быть, на барабане или на другом инструменте, не в этом дело. Дело в том, что многие страны, особенно в так называемом третьем мире, смотрят на Россию в надежде, что она поднимет свой голос. Мне кажется, что политическая составляющая здесь играет роль. Возможно, не нравится, что Россия начинает быть самостоятельным государством, самостоятельной внешней политикой, не всегда совпадающей с интересами других государств. Но у нас есть собственные интересы, интересы собственного государства, которые мы должны защищать. У нас есть собственное понимание развития мирового сообщества. И, как мы говорили, так мы говорим, что не должно доминировать одно государство, а это должен быть многополярный мир, многовекторный. Это тоже не всем нравится. Сохранились какие-то страхи вот еще со времен Советского Союза, таких, знаете, устоявшихся стереотипов, пугающих людей, как будто от России снова какая-то исходит угроза. Вот я совсем недавно была с визитом в Соединенных Штатах Америки. Я много раз бывала в этой стране. Мне кажется, я ее чувствую, у меня много друзей, я ее понимаю. И мне нравятся американцы, они даже в чем-то схожи с нами, они люди прагматичные, открытые. И когда я первый раз была в Соединенных Штатах в конце 70-х годов, и сейчас, и когда приходили на встречу, а у нас было очень много встреч, брифингов, советологи, как их называют, да, или политологи теперь, я настолько удивилась, что характер вопросов был почти один и тот же. Вот в те 70-е годы, только он теперь транслировался на Россию. Я открыто говорила об этом, что, господа, где вы живете, в каком мире, приезжайте, посмотрите. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Я вам благодарен за то, что собрались здесь. Вместе с тем, сразу же хочу сказать, что ничего сенсационного не будет. Мы исходили из того, чтобы помочь
и нам, и вам сориентироваться в том, что у нас происходит сегодня в Петербурге. Работа еще не началась как следует, а результаты наших встреч с президентом Соединенных Штатов вам известны. Вместе с тем, я бы хотел начать выразить слова искренней благодарности всем моим коллегам, руководителям стран восьмерки за то, что они предоставили России возможность организовать мероприятия в России. Алексею Петрову, председателя. Благодарен, что согласились выбрать место нашей совместной работы, это город Санкт-Петербург. I think that that Putin was perhaps the most effective and. Возможно, Путин был наиболее эффективным, если хотите, нужным лидером после 90-х. Лично я в этом уверен. Меня за это многие критикуют, но тем не менее, я думаю, что, несмотря на допущенные ошибки, в целом за последние несколько лет в стратегическом развитии страны появились позитивные моменты. Хотя они сопровождаются негативными чертами, с которыми вам предстоит разбираться в будущем. Лично я испытываю к Путину большое уважение. Он очень умен, способен и прекрасно разбирается в происходящем. Мне кажется, что многие упреки в его адрес являются следствием непонимания того, что на самом деле происходит. Проблема заключается в том, что в России, после падения коммунизма, демократия была вынуждена создать условия для собственного существования. Получился замкнутый круг. Вы хотите демократии, но в стране отсутствуют необходимые для нее факторы. Где средний класс? Где буржуазия? Где политические ценности, сопутствующие демократии, толерантность, плюрализм и прочие элементы? Где они? Они еще очень слабы. Но вы хотите демократию прямо сейчас. Поэтому политическая система заменяет собой демократию. И это хорошо, но только на определенном этапе. Потом общество должно взять верх и сделать политическую систему управляемой. Вам еще до этого далеко. Однако я думаю, что основная заслуга правления Путина в том, что оно позволило России оказаться в ситуации, при которой это может произойти. Сейчас пресса зайдет, Потом телевизор это, да? Да, да. Чтобы и прозрачнее было. Прозрачно. Хорошо. Все пляшки закрыты. Главное, что вы сможете перед встречей с юношами, что впервые мы делаем его открытый. Not so good. Мне кажется, что сегодня мы уже можем твердо констатировать, что в России произошли необратимые процессы, которые уже никто не может повернуть вспять. И мне кажется, это самое главное. Это касается и экономического развития, политического развития, общественного строя и так далее. Поэтому вот этот тезис, что Россия непредсказуема, он уже к России неприменим. Вот теперь Россия точно предсказуема.
Изменился ли в глазах Запада образ России? Он по-прежнему двоякий. Образ русских — это образ силы. В прошлом это был образ врага. В глубине души мы все еще воспринимаем Россию как нечто неизвестное и потому опасное. Это чувство не вполне исчезло. Является ли Россия европейской страной? Для Путина это вопрос нелепый. Конечно, является. Я думаю, что это важно. И теперь несколько слов о саммите. Должен сказать, что он прошел просто великолепно. Может быть, не все разделяют эту точку зрения. Однако за 12 месяцев до саммита казалось, что это будет провал. Все могло пойти прахом. Но, как оказалось, Путин держался с достоинством и юмором и обратил потенциально конфликтную ситуацию в успех. Я считаю, что успех церемонии в целом очень важен. Пожалуй, это самый важный результат. В долгосрочной перспективе это еще один шаг к интеграции России в международное сообщество в качестве полноценного участника. Спасибо. Можно по-русски? В принципе, конечно, мы знаем очень много книг на тему российский или советский эксперимент. Но это эксперимент не было на человеческое тело, ваше тело. Но это для нас тоже это эксперимент, в конце концов. Это вы как были Миша, если можно так не очень красиво выразиться. Конечно, это ужасно даже, но в принципе так и было. Но для нас тоже это эксперимент показывало, что этот метод создает общество нерыночное, посткапиталистическое, постбуржуазное, демократическое, это уже не будет работать. Все. Это почему это... Но почему это для нас плохо? Это показывало, что этот метод... Но мы не, еще не нашли другой путь, другой метод. Будьте добры, как продвинулись ваши личные взаимоотношения с коллегами, потому что понятно, что это будет очень сильно влиять на политику. Спасибо. Встречи подобного рода, конечно, укрепляют личные контакты и личные отношения. Каждая встреча. Это и в жизни так происходит, и в работе в любой, в политике. Больше информации друг о друге. Так или иначе, люди раскрываются в ходе формальных и неформальных контактов. Лучше начинаешь понимать мотивы видения. Значит, точнее, обратная связь и реакция. Это всегда на пользу. И я доволен той атмосферой, деловой и очень товарищеской, дружеской атмосферой, которая сопровождала всю нашу работу. Я хочу от вашего имени и от имени моих коллег поблагодарить жителей Петербурга и Средне за то, что они так благосклонно отнеслись к нашему с вами нашествию на Петербург и на Средне. Надеюсь, что вам понравилось. Будем видеть вас, рады у нас в России и в Петербурге, как вы хотите. Всего доброго. Спасибо вам большое за внимание.
Там не точка, там ничего не снять. Вообще, вот а сейчас отсюда. Нельзя, да, там... Не пришел. Господин. Без. Крупненько. А потом сейчас пойду чуть дальше.